Дядька Прикордончик, Асус, Бог Украин, буду оскаваться документом. Конечно. Похож? Похож. Спасибо. Так, аккуратненько. Счастливо вам дороги. Спасибо. Соседский ребенок иногда с нами выходит, гуляет, играет. Где-то ж надо ребенку играть. Он был сразу с нами. Как-то так понравились ему военные, пограничники. Все друзья поуезжали. Ты один остался? Да. Так один друг остался, и то он только живет в Харькове, и то там бомбежка. А мама знает, что ты работаешь? Да, давно. И что она говорит? Она говорит, можешь быть тут. А ты не боишься, когда бомбят? Ну, не совсем. Привык. Поступила команда «Воздух». Все начали искать, ну, разбегаться по укрытиям. Увидел на земле ребенка. Перепуганного, поднять его не успел, накрыл собой. Что ты тебе за автомат? АК-47. Да? Да. А что ты с ним будешь делать? На всякий случай взял его. Слава Украине! Героям слава! Отходи, отходи.